Здравствуйте, друзья! С вами Плёнкина Елена. Сейчас я хочу с вами поделиться, как не потерять свою работу в программе «Камтасия Студия 7». Думаю, каждый из вас хоть однажды сталкивался с такой проблемой. Тут работали, вдруг программа зависла, и все, что вы сделали до этого, пропало. Вот рабочее окно перед нами. В процессе работы на клавиатуре как можно чаще, повторяю, как можно чаще нажимайте сочетание клавиш Ctrl и S. Все. На этом ваша работа сохраняется. На этом все. Всего вам доброго. До свидания.